Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Будем рисовать Деда Мороза. Ура, ура! Скоро Новый год. В середине листочка, вот здесь, прямо посерединочке, нам нужно будет нарисовать овал. Пусть он даже будет неровный, но большой вот такой вот овальчик. Готово. Вверху овала мы нарисуем, повторим вот эту вот линию, как вверху идет, да, вот здесь вот. Повторим вот так вот. И вниз тоже проведем, теперь закончим этот овал, только у нас вот такой вот поменьше, да, получился овал. То есть большой овал и вот таким образом овал у нас. Это у нас борода Деда Мороза, сразу переходит в шапку, вот здесь пух, мех на шапке, да. Значит, вот здесь, внизу этого вот маленького овала, вот здесь внизу, посерединочке, мы рисуем вот такую вот капельку. Большую капельку, нос Деда Мороза. Также подрисуем два кружочка. От бороды вниз, вот от серединки, вот где у нас этот овал начинается, вот здесь, вот от серединочки, или даже вот внизу, вот здесь. Вот. Нам нужно нарисовать пальто Деда Мороза. Две линии с одной стороны и с другой стороны тоже линию. Соединяем эти линии, подрисовываем мех внизу пальто. От бороды вниз, посерединке пальто тоже рисуем две линии. Подрисовываем шапку у Деда Мороза, или колпачок это будет, или шапка, смотрите сами, загибается он или нет с помпончиком. Теперь ручки подрисовываем. В одной руке, вот я подрисую рукав, две линии, мех подрисовываю, рукавичку. С другой стороны тоже подрисовываю две линии. Мех, рукавичку. В этой руке у него будет посох. Он держит посох. То есть я длинную, высокую такую линию рисую. И вторую рядышком рисую. Он держит посох. Посох у него волшебный. Сильно длинный нарисовала. Немножко его. Посох у него волшебный. Рисую здесь кружок наверху. И вокруг кружочка вот такие треугольнички. Такая звезда получится. В другой руке он держит мешок с подарками. Сверху я подрисовываю хвостик от мешка, да? А снизу уже рисую вот такой вот мешок. У Деда Мороза теплые валенки, поэтому мы подрисуем внизу под пальто. Пошире берем две линии коротенькие. Нарисовали одинаковые. И потом вот овальчик вот сюда валенок один. С другой стороны две линии нарисовали пошире. И овальчик вторая. Нога. Дед Мороз у нас стоит на снегу, да, подрисуем сугробик, на котором он стоит. Вот так вот. Кстати, посох надо продлить до земли, он у него упирается в землю, поэтому если он у тебя короткий получился, то вот посох надо вот тут внизу продлить, чтобы он стоял именно на сугробике, этот посох. Хорошо. Теперь мы берем с тобой толстую кисточку. Не, давай сначала тоненькую кисточку возьмем. И вот в этом месте, вот здесь, вокруг глазок, вот здесь, нам нужно взять белую краску сначала. Вокруг глазок вот так вот помазать кончиком кисточки, вокруг носика. После этого макнуть капельку-капельку красного взять. Прям посмотри, сколько я беру. Маленечко, видишь, сколько? Совсем. И перемешиваем вот эту белую с вот этой капелькой красной. Красный прям чуть-чуть должно быть, чтобы у нас получался розовый. Когда мы перемешиваем красный с белым, у нас получается розовый цвет. Вот такое лицо у Деда Мороза будет розовое. Вот так кисточкой аккуратненько. Вот этот овал закрашиваем розовым. Промоем кисточку давай. И опять давай макнем теперь в желтую. Закрасим нос сначала вот так аккуратненько кончиком кисточки желтым. Потом давай макнем в красную. Немножко. И теперь перемешаем. Немножко должно быть красный, чтобы у нас не получилось прям чисто красное, да? А такая с оранжевого получился цвет. Ну, прям капельку-капельку белый я возьму. Чуть-чуть, смотри, вот капельку. И вот сейчас да, вот так мазнула беленьким, смыла красочку. И перемешаю теперь вот эту вот красочку, которая на носу, вот с этой капелькой белого. Вот получился нос нашего Деда Мороза. Берем, промываем кисточку, белую краску. И закрашиваем вот эту вот, значит, у шапки вот эту часть.
ворота у Деда Мороза. Все это прокрашиваем хорошенечко белой красочкой. Белым также мы закрашиваем вот эти кружочки. Сначала белым. Белым закрашиваем у рукавов мех. Здесь, здесь. Беленьким закрашиваем помпончик на шапочке. Вот этот мех на пальто. И мех вот здесь внизу пальто белый. Хорошо. Теперь белым нам нужно закрасить посох. Вот эту звезду. И вот сам посох белым прокрашиваем до рукавички, после рукавички. Кисточку промываем. Макаем капельку, берем, вот прям капельку-капельку синего. Прям капельку, вот смотри, чуть-чуть. Ставим на серединочку вот здесь точечку. И делаем такие мазочки на посохе. Кисточку промываем. И теперь размазываем этот цвет по всей звездочке. Она у нас будет получаться светло-голубого цвета. Потому что когда синий смешивается с белым, получается голубой. И также размазываем черточки на посохе. Вот так сверху вниз, чтобы получалось аккуратно ведем. Сверху вниз. Вот у нас получился светлый посох. Так. Как мы будем раскрашивать шапочку и пальто Деда Мороза? Мы будем брать красный и рисовать вот такие полосочки. Смотри, вот красную нарисовали полосочку, промываем кисточку. Берем, например, желтый. Рядышком рисуем, прям по красной вот здесь желтый. Она смешивается. Промываем кисточку. Ну, давай возьмем оранжевый. Если у тебя есть оранжевый, давай возьмем оранжевый. И опять красный. Не забываем кисточку промывать. Также делаем с рукавчиками. Например, взяли красный, закрасили часть, промыли кисточку, берем желтый, закрашиваем часть, прям чтобы она перемешивалась вместе с этой красной. Промываем кисточку, берем оранжевый, промываем кисточку и опять берем красный. Так, второй рукавчик. Красная полосочка. Промываем, берем желтенькую, желтую рисуем полосочку. Заходя на красную, берем оранжевую, оранжевую рисуем полосочку. И опять красную. Рукавички давай прям сразу рисуем красным. И пальто таким же образом закрашиваем. Смотри, я беру внизу, вот здесь вот рядом с мехом, рисую красным цветом с одной стороны и с другой стороны. Промываю кисточку, беру желтый, рисую желтым. Прям размазывая вместе с красным. Чтобы он перемешивался вместе с красным. Беру оранжевый. И промываю кисточку, опять беру красный. До бороды, да, рисую бороду вот так аккуратненько. Ну, ты смотри, чтобы не было резких переходов, вот видишь, линия резкая, да, я промыла кисточку, и вот чистой кисточкой с водичкой этот переход растираю, чтобы не было резких полосок. Так вот, растираю. Кисть промоем давай. И давай мешочек закрасим оранжевым цветом. Часть оранжевым вот так закрасим. Здесь, здесь и желтеньким. Красным не будем. Красного не будем добавлять. Только оранжевый и желтый. Ну, можно еще охру добавить, если хочешь. Мешочек. Валенки. Вот это. Давай еще снег, вот этот сугроб закрасим. Теперь можно взять уже толстую кисточку. И белой краской закрасить вот этот сугроб.
внизу. Мы даже белый лист все равно должны закрашивать белой краской, потому что фактура меняется, когда мы красим красочкой или просто оставляем, если белый, да, лист не закрашенный. В живописи такого нет, чтобы не закрашивали фон, то есть фон закрашивают. И вот мы снег этот закрасили сейчас с тобой. И сейчас нам нужно будет закрашивать фон. Фон мы будем с тобой красить интересными такими волнами. Берем синий и закрашиваем, делаем такую волну. Так. Берем фиолетовый и рядышком рисуем еще, повторяем эту волну. Делаем ее пошире. Теперь промываем кисточку, берем белый цвет чуть-чуть. Кисточку надо хорошо-хорошо промыть. Чуть-чуть. И перемешиваем с краешку, с краю от фиолетового. Перемешиваем. Но не до самого верха. То есть мы теперь вниз идем. Вниз, то есть не с темный фиолетовый, вниз пошел посветлее. Рядом со звездочкой можно раскрашивать тоненькой кисточкой, чтобы аккуратно, да, получилось. Также можно взять флекончик, поставить точечек несколько, да, фиолетового, белый взять и растирать. То есть мы с тобой смешиваем краски прямо на листе. Берем фиолетовый. Закрашиваем. Так, опять можно взять теперь, ну давай верхушку доделаем. Значит, там наверху мы прям берем синий и вот этот верх вот весь закрашиваем. Давай, синим. Опять берем синий. Теперь вот здесь под фиолетовым светлым рисуем синим. И сейчас будем синий смешивать с белым. Промываем кисточку, берем беленькое. И теперь давай вот этот синий смешаем с белым. Тоже там, где... Возле этого Деда Мороза можно раскрашивать тоненькой кисточкой, чтобы сохранить рисунок. Тебе понятен принцип, как смешивать? То есть, смотри, еще раз показываю. Берем красочку. Ну, вот у меня есть такой зеленый, который цвет морской волны, не ярко-зеленый, а вот такой, да? Рисуем, красим на листочке. Ну, прям можно вот толстой это делать кисточкой сначала, чтобы было погуще, да, вот. Я взяла зеленый. После этого я беру чистой кисточкой белую и смешиваю прям здесь, на листочке, с белой красочкой. Получается вот такой цвет. Для фона мы используем вот такие холодные цвета, потому что мы зиму рисуем, поэтому мы не берем какие-то яркие цвета. А мы берем холодные цвета и раскрашиваем холодными цветами. Кончилась красочка, значит опять нужно помыть кисточку. Пользуемся и той, и другой, толстой, и тонкой, потому что где-то нам надо много, где-то мало. Вот здесь вот промежуток маленький, поэтому я беру тоненькой кисточкой, пятнышко наношу, промываю, беру белую красочку и смешиваю. С этой стороны тоже рисую пятнышко. Промываю кисточку, беру белую и смешиваю. Так. Можно опять взять какой-нибудь синий, например. Опять, смотри, я рисую синим, прям ярко-синим из баночки. Рисую, вот здесь делаю пятнышки, прям много. Почти что закрашиваю синим. Теперь беру тоненькую кисточку, беру белую красочку и начинаю этот синий растирать уже вместе с белым.
Давай фон докрашивай. Когда ты накрасишь фон, нужно нам будет закрасить валеночку. Да? Давай промоем кисточку. И валенки можно закрасить или коричневым, или черным, какой тебе больше нравится. Хорошо, нужно промыть кисть. Закончим? Хорошо, дальше нам нужно поставить в глазках маленькие точечки черные. Для этого мы промываем тоненькую кисточку, а краешек вот так воду снимаем, берем на самый кончик кисти черную красочку, на самый кончик, и внутри белых кружочков рисуем черненький маленький кружочек. Вот так. Промываем кисточку. Также снимаем воду лишнюю, берем на самый кончик кисточки красную красочку и нарисуем ротик. Кончиком кисти это делаем. Ротик рисуем. На посохе сделаем синенькие точечки. Точечки. В серединке, смотри, ставим точечку и закручиваем спиральку. Вот такую. На самом посохе рисуем вот такие вот наискосок черточки. Хорошо. А теперь смотри, нам нужно, чтобы наша работа высохла, чтобы продолжить дальше. Поэтому, если ты еще не все докрасил, докрашивай. Если закрасил, нужно остановиться и подождать, когда все высохнет. И же на следующий день продолжить, потому что нам нужно будет сейчас белой красочкой рисовать по фону узоры. И чтобы они не растекались, нужно, чтобы подсох рисунок. Поэтому немножечко остановись, подожди, когда высохнет. И потом только приступай, включай видео и со мной дальше продолжай. А я сейчас расскажу, что мы делаем. Значит, нам нужно, я пока поменяю воду, кстати. Ты тоже можешь это сделать. Значит, нам нужно сейчас белой краской, прям чистой, хорошей, вот такой сметана, как будто сметана, да, такая красочка белая. Мы тоненькой кисточкой будем рисовать узоры. Смотри, сбоку берем от листа и рисуем линию вверх и закручиваем ее. Вот так. Водичку макнули, взяли. Теперь от этой линии вверх и закручиваем ее. Попробуй сделать, закрутить, как у тебя выйдет. Еще макаю водичку, беру кисточку и рисую пониже еще завиточек. Так. Завиточек сделали. Хорошо. Теперь смотри, я беру ватную палочку, макаю в белую красочку и рядышком с завиточками вот так вот отпечатываю точечки, вернее кружочки вот такие вот. Кончилось, еще беру и отпечатываю
прям по ходу вот этого завитка точечки. С двух сторон. Вот такой получается красивый узор, да? Нам нужно сделать такие узоры еще в нескольких местах. Мы берем кисточкой белую краску и в любом месте еще делаем завиток. Не забываем мочить водичку, чтобы хорошо рисовалось. Еще завиток, еще завиток. И опять же ватной палочкой отпечатываем рядом с завиточком с двух сторон вот такие вот точечки. Завиточки нужно делать большие, чтобы было эффектно смотрелся этот рисунок. Потому что если ты делаешь вот такой вот маленький, коротенький, ну, не так будет красиво. Поэтому рисую прям большие. Можно вот тут вот сверху вниз вот такой нарисовать завиточек. И от него завиточек сюда. И сюда. Да? Опять берем ватную палочку и со всех сторон вокруг этого завиточка отпечатываем. Узорчики. Так, вот здесь еще могу нарисовать завиточек. Так. 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 Вот. Если у тебя вот с этой стороны тоже есть место для узоров, ты можешь сделать и с этой стороны. У меня здесь мало места, поэтому я сделаю только вот такие вот... Ну ладно, я вот сюда сделаю еще. За посох. Сюда. Сюда. То есть я тут не полные такие вот у меня получаются эти завиточки. Так вот сделаю. А впереди вот здесь, где белый у нас сугроб, мы тут белый не можем нарисовать, и будет не видно. Поэтому мы сделаем с тобой впереди синие. А лучше даже бы было, если бы это были голубые, наверное. Но чтобы сделать голубой цвет, нам понадобится палитра. Вот у нас палитра. В палитру вот сюда мы накладываем белую красочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз я положила белую краску, вот у меня тут ее много получилось. Промываю кисточку, беру синюю красочку и один раз вот много и смешиваю. Всего один раз, но много взяла. Если у тебя мало на кисточке, ну смотри, что вот получился голубой цвет. Если мало, добавь еще синий. У меня вот получился голубой цвет, я макаю в воду. И вот здесь впереди на сугробе рисую теперь голубые завиточки. И также этой ушной палочкой ватной вот этой вот беру голубую, макаю в голубой цвет и отпечатываю вокруг завиточков вот такие вот точечки.
Немножко узоры наши готовы. Хорошо. Теперь, чтобы совсем закончить эту работу, тоже нужно подождать, когда подсохнет все. И нам нужно будет Деда Мороза и посох обвести фломастером. Черным или синим. Но надо дождаться, чтобы все было сухое, потому что фломастеры портятся, когда рисуют по-сырому. По-сырому, когда рисуют. Фломастеры портятся. Итак, смотри. Значит, нужно обвести аккуратненько глазик. Подрисовать, может быть, реснички. Носик. Вот эту часть лица. Бороду и мех от шапки. Помпончик. Шапочку, колпачок. Рукавичку. Пальто. Второй рукавчик обводим. Рукавичку. Мешок. Подарками. Валенки. И посох. Вот такой получился Дед Мороз нарядный в заснеженных узорах, да, красиво получилось. Я надеюсь, у тебя тоже все получилось. Жду твоих фотографий. Фотографии твоей работы, чтобы посмотреть. Очень интересно. Может быть, ты что-то дополнишь. Может быть, у тебя какие-то идеи появятся, когда ты будешь рисовать. Ты всегда можешь свою работу дополнить. Это твое право. Ты можешь фантазировать и добавлять. Ну, можно, например, там снег идет. Кое-где можно еще добавить, да? Ну, это мне так вот. Даже на нем падает снег, на Деда Мороза. Мне вот сейчас почему-то захотелось добавить таких вот точечек на картинку. Мелких. Совсем, чтобы заснеженная получилась работа. Вот так. Ну что, все, дорогой друг, пока-пока.